чем это пришло, Нокин, Мишлен и так далее. Ну и импорт затруднен. Логистика у них выросла из-за того, что многие из них идут какими-то своеобразными схемами, не такими, как раньше. Производства тоже нет в России, соответственно, оно также не купит. Поэтому цена на них и выросла существенно. Не премиальные все остальные шины, это в первую очередь российские, китайские. Они как производились, так производятся и поставляются. Априори они должны быть дешевле, поэтому сильно цены на них не изменились. Российские же заводы не испытывают проблем с главным ингредиентом покрышек – каучуком. Однако для производства необходимы также вулканизаторы, пластификаторы, различные присадки и добавки. Значительная часть этих компонентов по-прежнему закупается за рубежом, в том числе поставляется к нам через третьи страны, отмечают эксперты. Курс доллара на выходные понедельник – 91 рубль 33 копейки, евро – 98 рублей 72 копейки. Антон Кабанов, служба информации. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.